Здравствуйте, мои дорогие. Ну что ж, я сходил на перевязку. Мне хотелось, чтобы продлили мой больничный. Но я же не врач, я же не вижу травмы со стороны. Думал хотя бы на пару дней, но вот мне продлили еще на 6 дней. Да. На 6 дней, да. Сейчас я так посчитать, сегодня пятница, да? Или на 7 дней. На 7 дней, по-моему, продлили пятницу. Сегодня пятница, это получается. Сейчас посчитаем. Пятница 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Да, получается на 6 дней. Поэтому, как сказано в Писании, просите, да получите, верьте, да поверье будет вам. Счастья, удачи, любви. Понимаете или нет? Сложная тема такая. Я говорю, верьте, да поверье будет вам. Просите, да обрящите. Это имеется в виду, что не просите у Бога, да и Он даст вам. Если на самом деле немного болит. Ну, как говорится, без жертв нынче никуда. Поэтому я еще раз говорю, счастья, удачи, любви всем верующим, полагающим на Господа, Отца моего, Творца Всевышнего, неба и земли.